Мастера и ремесленники, так расшифровывается название новой креативной площадки «Мир». Она открылась в центре города в 4-м корпусе строительного рынка на улице Марата. Инициатор проекта – Елена Анфимова. Ее идею поддержали 12 ремесленников. Идея пришла, конечно, я преследовала, так скажем, шкурный интерес, потому что сложилась такая ситуация, что онлайн-продаж недостаточно, и уже настало время, когда нужно выходить и иметь свою точку. Бывая на ярмарках и выставках, которые, ну, слава богу, проходят регулярно, спасибо это нашим структурам, которые проводят вот такие ярмарки и фестивали, но бывая на таких ярмарках, слышу от клиентов, от покупателей, что где вас найти, например, в следующий раз. Вот я давно за вами слежу. А где вот? Вот мне сейчас не надо. А, допустим, я поеду через месяц в какой-то город. Вот мне хотелось бы. А где нас найти? Нигде. Мы дома сидим. Творческое пространство «Мир» представляет собой магазин с уникальными товарами ручной работы, изготовленными искусственными мастерами Ульяновской области. Во время торжественного открытия некоторые из них презентовали свои изделия. Я мыловар, кремовар. А вообще, мое первое образование, я сертифицированный ароматерапевт, но когда я стала мамой, как бы косметика, качество магазина у меня не устроило, потому что я понимала, что, к сожалению, в составе находится огромное количество компонентов, о которых мы вообще ничего не знаем, либо позже слушаем ужасные новости. Поэтому стала изучать вопрос, так сказать, и закончила курсы, получила дипломы по мыловарению и кремоварению. Мы работаем по дереву фанере. Это очень благодатный теплый материал, который помогает воплотить в жизнь практически любую фантазию на любую тему с пуговицами, перламутровыми, с крылышками и без. Это все к нам. В том числе с Ульяновском линейку мы тоже дополнили. И будем рады видеть вас в нашем творческом мире. Символика и бренды Ульяновской области активно используются в изделиях мастеров. Они есть на шоперах, майках, кружках, мыле и многих других изделиях. Другими словами, это интересная на любой вкус сувенирная продукция. Мы стараемся поддерживать различные проекты во время фестивалей, во время различных событийных мероприятий. Безусловно, наши коллеги, которые занимаются и делают что-то душой и руками своими, они могут реализовать свою продукцию. Но есть вопрос, когда между крупными событиями и вне сезон, что тоже этот бизнес должен быть. Руслан Гайнединов в качестве поддержки пообещал помочь зарегистрировать всех мастеров на региональном маркетплейсе «Улмейд» и организовать подобные шоурумы на туристических тропах Ульяновской области. А с своей стороны мы будем всячески поддерживать. У нас огромное сообщество женщин-предпринимателей в регионе «Бизнес-леди». И сейчас мы еще будем реализовывать один грант при поддержке мэрии нашего города. Это называется проект «Женская мэрия». И, в свою очередь, готовы часть наших проектов проводить в этом удивительном пространстве. В конце года ресурсный центр планирует организовать для мастеров церемонию «Лучше в своем деле», где будут представлены ремесленники со всей области. В планах творческого пространства увеличение количества резидентов. В частности, ожидается размещение представителей региональной сферы гастрономии. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.